Здравствуйте! Вас приветствует канал «Идеальный мир», и сегодня хочу поделиться с вами вот такой красотой на своем участке. Я не про кошку, я про спирею серую. Вот такая красота на моем участке растет. Извините за то, что, возможно, будет ветер. У нас каждый день ветер. Ветра ужасные, сильные, причем холодные. Уже хочется тепла, но тепла пока у нас в Беларуси еще не наблюдается. Вот такая красавица на моем участке. Данный спиреи я ее укореняла ровно 4 года назад. Вот так она у меня вымахала. Вообще, на самом деле, спиреи может достигать и 2 метров в высоту. Но свой куст я буду, скорее всего, омолаживать. И формировать, омолаживать я буду ее после цветения, потому что именно вот такую белую спирею лучше всего и надо формировать именно после цветения, потому что она цветет на побегах прошлого года. Еще у меня есть спирея вот такая с красными листочками. Они вначале красные, а потом такие салатовые, зеленые. Вот ее я буду формировать. Не помню я точно название данного сорта, но, по-моему, это Gold Flame. Вот что творит моя кошечка. Так, не ломай мне спирею. Вот, видите, ее надо формировать. Я буду формировать ее шариком. Хочу видеть в виде шарика, такого красивого ровного шарика. Вот ее можно формировать хоть 4 раза за сезон, когда спирея распускается вот такими красными побегами. Белую же спирею необходимо формировать именно после цветения. Иначе в противном случае ваша спирея может не зацвести в следующем сезоне. Либо зацветет, но не обильно, не таким красивым водопадом. Кстати, спирею желательно высаживать на расстоянии от других кустарников, от других деревьев, примерно на расстоянии около метра, потому что, как вы видите, разрастается она очень и очень быстро, довольно-таки быстро. Цветением спирея радует около месяца-полтора, но самое главное, что это цветение наступает тогда, когда еще ярких красок нет. Наступает оно примерно в мае, в зависимости от ваших погодных условий. Вот такая красотка, действительно красотка, прямо усыпана белыми мелкими-мелкими цветочками, вот такими малюсенькими, но она ими усыпана. Красиво, действительно очень красиво, особенно издалека смотрится как водопад. Часто называют спирею водопадом. Водопад из мелких беленьких цветочков на моем участке радует меня уже около 2 недель. Вот делюсь такой красотой с вами. Укоренять можно весной, после того, как спирея цветет. Я свою спирею укореняла, срезав черенок около 15 сантиметров. Но на самом деле 15 сантиметров это даже много. Можно взять 10 сантиметров, припудрить корневином и укоренить, например, в стаканчике небольшом пластиковом, либо в маленьком каком-то горшочке. И в течение 2 месяцев спирея укореняется. Осенью обязательно, когда будете высаживать, прикрыть, например, либо лапником, либо листьями сухими, но обязательно укрыть, потому что вряд ли молоденькая такая маленькая спирея удачно перезимует. Осенью укоренять спирею я все-таки вам не советую, потому что высаживать ее в открытый грунт нельзя будет, а придется вам заносить ее в дом на подоконник. А на подоконниках у нас сухой воздух в квартире, и паутинный клещ будет вашей спиреей, я думаю, обеспечен. Также спирею можно легко размножить делением куста. И можно пригнуть, опять-таки, после цветения любую из веточек. Они очень-очень легко пригибаются к почве, нижнюю веточку. Присыпать землей, и спирея, опять-таки, в течение 2 месяцев пустит корешки, отрезать вот этот укорененный черенок и посадить в любое солнечное место. Лучше все-таки подобрать для спирея солнечное место, потому что тогда цветением она вас будет радовать дольше. Осенью желательно подкормить спирею фосфорно-калийным удобрением, для того, чтобы она более удачно перезимовала. А в основном это, наверное, самый неприхотливый кустарник, который можно посадить на своем участке. Никаких абсолютно проблем с ним я не вижу. Красота, да и только.
самый неприхотливый, непривередливый, будет расти в любых абсолютно почвах, только, конечно же, не кислых. Если увидите у своих знакомых такую красотку, либо в магазине, советую вам ее приобрести и посадить, высадить у себя на участке. Вот, видите, она сама прекрасно укореняется. Вот так перегибаются веточки, и вот в данном месте моя спирея уже даст корни. Вот такая красотка. Обязательно, конечно, убирайте сорняки, рыхлите. Кстати, да, поливайте, обязательно поливайте спирею летом, потому что засуху она переносит достаточно плохо. Ну, а осенью, весной ей хватает той влаги, которая находится в почве. Все, всем спасибо за внимание и до новых видео. Пока-пока!